Еще раз всем привет. Буду заводить Урал сейчас. После вчерашних катаний с горок. После вчерашнего пятницы на 13-е. Ехал, короче. Еще раз скажу. Вчера ехал. Из леса оттуда со стороны Сыпучей, короче, я ехал. Со стороны Ваи. Там дороги такие горные, как бы дороги. Спуски, подъемы. И уже последний спуск. Тут перед городом, перед Красновишерском спускался. Уже проходил, думаю, да что-то маленький какой-то спуск, вроде, да темно еще не видно. Думаю, да вроде нормально, ничего, сильно не разгонится. На третье еду тихонько. Он как начал разгоняться, я на четвертую, потом опять еще дальше сильнее разгон набирает. Думаю, да сейчас кончится уже спуск, где-то недалеко уже вроде осталось. Короче, в разнос движок такой, такие обороты, 1003, наверное, если не больше оборотов было. Когда остановился, раз, ну, не остановился, уже вниз-то съехал с горки, газовать начал, чтобы ехать и дальше. И такой шум какой-то от двигателя, такое шумление такое какое-то непонятное. Как главное тянуть-то, тянет двигатель, все едет. Когда особенно газ как бы даешь, он как шумит, шумы какие-то непонятные. Как шумнее, короче, двигатель стал работать. И как под нагрузкой, особенно когда под нагрузкой идешь, он как шумит что-то. А когда газ сбавляешь, сбрасываешь обороты, он нормально вроде, ничего не шумит. Ну как, шум есть, но так не сильно, чуть-чуть только. Вот сейчас попробую завести, что будет. Плохо заводится. Что, завелся вообще-то? Дымовуха на улице какая. Может, что-то в коробке или в сцеплении что-то стало. Так вот работает, вроде бы нормально, чисто работает. Давление нормальное. Вот на малых все работает, нормально работает. Я ничего не могу понять, что такое, непонятно. Может, зажигание ранее стало, может, регулятор, как он называется-то, муфта опережения, или как она называется, он стоит перед насосом, который топливным. Может, она что-то накрылась, как раннее зажигание, может, стало. Как жестко так двигатель работает, как будто как раннее зажигание какое-то. Короче, не знаю, что-то надо разбираться, делать, сейчас буду смотреть что-то еще. А, ну клапана посмотрю еще, зазоры. Может, какое-то штанги загнулись, может, или что-то такое еще может так, быть. Так, провожу дальше диагностику двигателя. Вот снял крючки с ней, вот корзина сцепления. Буду сейчас вот так отверточки поворачивать, давить. И маховик немного болтается. Вот видно хорошо сейчас.
Походу, значит, коленвал сломался. Ну, скорее всего. Так не должно же так двигаться. Вот, ну, маховик вот так вот играет. Сейчас сниму поддон, солью масло сначала. И посмотрим, что там внутри. Может, там что-то увижу. Вот такая фигня, бля. Вот такие вот. Езда по горкам, по таким. Вот, поддон снял. С движка. Вот он, поддончик. Вот что мы видим в поддоне. Железо. И ни хреновое железо. Вот. Вон кусок даже какой есть. А это как бронзовая какая-то. Как бронзовая стружка какая-то такая. Что такое, непонятно. Еще не нашел, откуда это все. Ну как похоже, как с полуколец. Или кольца там, полукольца. Уплотняю коленвал. От осевого перемещения. Вот там монтажечкой шевелишь, он туда-сюда, там кольца эти болтаются, люфты. Такие небольшие, но нормальные, в принципе. Значит, скорее всего, там что-то. Ну, короче, надо будет двигатель, наверное, снимать. Все равно. Так, смотрим вот здесь. Вот они, полукольца. И вон там еще одно. Так, остальное целое вроде бы. Пока ничего не нашел. Шатуны нормально. Не... Вот шатун. Вот они. Он какой, свободно. Люфтов нету. Вот этот тоже. По валу перемещается нормально. Не люфт. Ну как бы так и должно вот это быть. Короче, будем что-то разбирать дальше. Так, вот снял крышку коренную. Четвертого. Четвертой шейки коренной. Вот вкладыш, вот этот верхний вкладыш. Вон какой. Все в задиру. Это нижний. Вот такие вкладыши. Ну-ка сейчас коленвал посмотрим еще. Вот весь вал в задирах тоже. В меди. Что это такое стало? Видимо, от оборотов от больших, что ли? Может, уже давление? Но давление какое-то маленькое было тоже. Последнее время что-то ездил. Где-то вот это нагреется, когда двигатель. Давление что-то маленькое почему-то было. Может, уже тут приходил конец. Он какой-то. Какие-то вот как ямки такие аж. Нацарапано так. Не нацарапано, а как? Углубления такие какие-то. Или что это такое? Как будто так он и был уже раньше. Как набитый какой-то коленвал. Интересно. Короче, точить все равно надо будет его. Вот эти другие не снимал, может, другие такие же. Может, в этих... Снимать уже не буду сейчас тут. Сейчас буду снимать двигатель. И потом уже там видно будет. Ушатался движочек. Жалко, конечно. Сейчас бы ездил и ездил еще. Но ничего, сделаем. Посмотрим, что он тут. Лишь бы коленвал не сломан был. Если можно проточить тут, тогда нормально все будет. Почему вот он такая вот ерунда? Ну, походу, вкладыши уже плохие были. Снимал крышку, проверил клапана, зазоры нормальные. Штанги не погнуло ничего от больших оборотов. Как где-то тут это... Слышал, что можешь штанги погнуть на больших оборотах. Не, ничего, все целое. Все нормально тут сверху. Ну все, всем пока. Снятие двигателя смотрите в следующем видео.